Детектив Лукин направлялся в офис. Внезапно на капот его машины едва не бросился пожилой мужчина. Поехали быстро! Поехали! Да вот за этой девяткой быстрее, ну! Смотри. Что вам в этой девятке? Там, в этой девятке моя погибшая дочь, понимаете? Пока еще не понимаю, но постараюсь догнать. Ну что мы стоим? Красный, куда мы поедем? Черт! Алиска! Что вы так расстраиваетесь? Найдем мы вашу девятку, куда она денется? Где же мы ее найдем, так вот? Ой, извините, я вам забыл представиться. Я честный детектив, зовут меня Игорь Петрович. Простите, так. Вот. И что, вы действительно можете мне помочь? Ну, если вы мне объясните, в чем дело, то постараюсь, конечно, вам помочь. Я боевой офицер. Служил на горных заставах. Ну, сейчас на пенсии. Жена умерла рано. Анечку я воспитывал сам, как мог. Понимаю. И дальше? Ну, полтора года назад. Мы, я, дочка Павел, отдыхали в горах. Анечка сорвалась со скалы. Тело ее так и не нашли. Понимаю. Скажите, Дмитрий Васильевич, а Павел это... Павел это муж Анечки. Угу. Бедный парень. Он, когда это случилось, он чуть с ума не сошел. А сегодня? Сегодня вы... Да. Вот сегодня я увидел, как выходила из магазина моя Анечка. Села в эту, вот в эту девятку, которую, ну, мы с вами, в общем, так и... Господи, а за рулем сидел какой-то парень, незнакомый совершенно. Она меня не узнала. А вот фотография дочери у вас есть? Так точно. Дома есть, естественно. Хорошо, тогда мой помощник вас отвезет, ну, заберет фотографии. Да. А вы мне пока все данные вашего зятя. Хорошо? Ну, конечно. Фамилия, имя, отчество. Конечно. Лукин зафиксировал номер загадочной девятки и поручил своей помощнице узнать, кто является владельцем автомобиля. Ну что, Лен, пробила? Да, владелец Диденко Максим Иванович, 81-го года рождения, проживает в Краснодарском крае, село Горное, Петровского района. Адрес, телефон, все есть. И телефончик. Ну-ка, давай попробуем позвонить. Здравствуйте. Максима Диденко можно услышать? А где он, не подскажете? Уехала. Куда, не подскажете? Да вон, с женой. На родину на ее. А где будут останавливаться, не сказали? Так в отеле, наверное. Что передать? Нет, нет, ничего. Спасибо, не надо, до свидания. В отеле вроде бы. Знаешь, Лен, обзвони-ка ты все гостиницы, постарайся выяснить, где остановился этот Диденко с женой. По заданию Лукина, Иван и Лена приехали к гостинице, в которой остановились Диденко и его спутница. И это еще не факт, что они тут. Факт, Лена, факт. А, ну тогда давай будем ждать. Давай, я пойду пообщаюсь с персоналом, а ты здесь. Ключики. Оп. Предполагаемые злоумышленники вышли из гостиницы и направились к машине. Ваня, ты где? Они выходят. Thank you.
Слежка привела детективов к одному из паспортных столов города. Лена осталась следить за предполагаемой Анной и ее спутником, а Иван отправился в офис доложить Лукину о результатах наблюдения. Ну что, как дела? Ну, все пытаюсь найти мужа этой погибшей Анны. И как? Да все бестолку, как в воду канул. Угу. Ну, у тебя что интересное? Вот. Угу. Действительно очень похоже. И под какой фамилией она зарегистрировалась? Анна Дмитриевна Сташкевич, 83-го года рождения. То есть как Сташкевич? Вот так. И прописка у нее местная. Ленинский, 4. Угу. Квартира 25. А вы откуда знаете? Дело в том, что по этому адресу была прописана настоящая Анна Сташкевич со своим мужем. А это не настоящая? Я вполне допускаю, что документы настоящие. Если это аферистка решила воспользоваться документами погибшей Анны с целью заполучить квартиру. Либо восставшая из небытия дочь. Дело в том, что в воскрешение из мертвых я как-то не очень верю. Лена, скажи, наши гости сейчас где? Зашли в паспортный стол. Да. Хорошо. Игорь Петрович, если они мошенники, то каков их план? Если это действительно восставшая из небытия Анна, то почему она в первую очередь не бросилась ни к отцу, ни к мужу? Извините, а вы мне не поможете? Я вот здесь вот друга потерял. Не поможете найти меня? Можно попробовать фамилию отработать? Девушка, бабки, что? Помогите, разбудка. Перепишите мне вот паспорт. Паспорт не дам. Вот сюда перепишите, я умоляю вас. Помогите. А он жил раньше по Ленина 4, а квартира 25. По Ленинскому 4. Да, только там теперь Измайлова прописано. Иван Иванович и Вера Петровна. А как же Сташкевич? Выписаны они. Анна Сташкевич по причине смерти, а муж ее по причине продажи квартиры. Измайловым. Как это? Очень просто. 2 месяца назад выписаны. Что, нет? Пойдем. Сейчас, сейчас. Сейчас, подожди, немножко. Воспользовавшись ситуацией, Лена взяла бланк, испорченный Анной. Детективам был необходим образец почерка. Игорь Петрович, тут вообще все совсем непонятно стало. После паспортного стола они зашли в милицию. Вот что, продолжай-ка за ними наблюдение, а я к тебе сейчас Ивана подошлю. Ну что, милиция вообще никакой информации не дает. Я даже не знаю, что теперь делать будем. Я же говорила, что ничего не получится. Они запросы принимают только от родственников, и все, а так они, мне они полностью отказали вообще. Слушай, а я никак не могу? Ты у них вообще ни в каких списках не числишься. Дочь Дмитрия Васильевича Тимошова, Анна, погибла в горах 1.5 года тому назад. Тело ее так и не нашли. И вот теперь Тимошов увидел свою дочь на улице. Она села в серую девятку и уехала в неизвестном направлении. Хозяином девятки оказался некий Диденко, который поселился в местной гостинице вместе с девушкой, зарегистрировавшейся по паспорту погибшей Анны. Наблюдение показало, что Диденко и его спутница интересуются квартирой, владелицей которой была погибшая. Однако квартира уже продана мужем Анны. Кстати, Дмитрий Васильевич, у вас не осталось в доме каких-нибудь, ну, я не знаю, там, или тетрадочки, блокнотики, где ваша дочь писала? Так точно есть. Она как-то рецепт все собирала и записывала. А взглянуть можно? Ну, конечно. Туда, пожалуйста. Сейчас. Вот, Игорь Петрович,
Петрович, эта тетрадочка. Угу. Замечательно. Игорь Петрович, ну не тяните вы душу, а? Ну скажите, ну, нашли вы Анечку? Дмитрий Васильевич, мы нашли ту самую серую девятку, за которой мы с вами гнались, угу. И девушку, которая действительно похожа на вашу дочь. Что ж мы сидим-то? Подождите. Давайте немедленно поедем, ну. Подождите. Пока еще рано куда-то ехать. Так. Пока что мы знаем, что у этой девушки паспорт вашей дочери. Так. И вполне возможно, что она вместе с этим молодым человеком нашли этот паспорт в горах и теперь хотят использовать его для неблаговидных целей. Ну, например, завладеть вашим имуществом. Эта парочка уже наводила справки о квартире, в которой была прописана ваша дочь и зять. Господи, да что же это, а? Кстати, Дмитрий Васильевич, а куда переехал ваш зять? Вы не в курсе? Да нет. Он, когда это все случилось, сказал, что, говорит, я не могу в этой квартире жить, хочу продать ее. Хочу, говорит, все бросить и уехать куда-нибудь в деревню. Он даже говорил, что и избушку-то какую-то там присмотрел в какой-то глуши. Я не говорил название деревни? Нет, не говорил. А может быть, вот этот парень, который рядом с ней, ну, вот с этой серой девяткой, может, он Анечку просто не пускает, а? Вот бывает же, вот... Вы знаете что, Дмитрий Васильевич, я думаю, что с этим вопросом мы разберемся в самое ближайшее время. И все выясним. Ну, а ты что здесь делаешь? А нас сюда Диденко привел. То есть? Вон они во дворике сидят, разговаривают. Пойдемте из машины посмотрим, а то дождик идет. Ну что, как дела? Ну как дела? Непонятно как-то дела. В общем, они 2 часа слонялись по городу, заходили в школу, заходили в институт, что-то бродили, зашли в кинотеатр, вышли. В общем, я ничего не понимаю. Ну а что здесь непонятного-то? Девочка вживается в образ. Где училась? Где с подружками тусовалась? Только так ведь можно и нарваться, а? На кого-нибудь знакомого. Хотя, если это не настоящая Анна, то из знакомых она в лицо не знает. Надо бы проверить. Будешь подружкой? Школьной? Буду. Анька, ты? Господи! Слушай, а мне Катька сказала. Как? Вы что, где? Знаете Анюту? Что значит? Конечно, я ее знаю. Я с ней всю школу за одной партой просидела. Да вы подождите, не кричите громко, вы пугаете ее, понимаете? Я ее пугаю. А потому что она не помнит ничего. Не помнит. Что она не помнит? А где живет, она меня не помнит, отца не помнит. Да подождите, вы, ну не кричите, я вам сколько раз сказал. Да, не помнит она ничего. Давайте, идите, занимайтесь своим делом. Нам вообще, собственно, некогда с вами разговаривать. Грубо разговаривайте, молодой человек. Ну что, хочу сказать, все старо как мир. И к этой парочке пришла амнезия. Но это все объясняет. И то, почему она не бросилась после того, как нашлась ни к отцу, ни к мужу, никого близких не узнает. Наверняка у нее и справочка медицинская имеется. Да просто идеальный вариант. Да, главное, что это проверить нельзя. Угу. Прописка в паспорте есть, а все остальное не помню. Да, только вот нам что теперь делать? А нам надо бы как-нибудь удостовериться, все-таки настоящая это Анна или нет. Ну что тут? Ты что, сама смотри. То есть, получается, это один и тот же человек писал? Ну, выходит, что так. И что, она действительно дочь Тимошова, что ли? Если, конечно, не клон. Ну, тогда почему она сразу к отцу не поехала? Ну, Ваня, вы где сейчас? В гостинице? Хорошо, жди, мы сейчас будем. Поехали. Итак, спутница Диденко оказалась настоящей Анной. Но что это значило? Судя по впечатлению со стороны, Диденко полностью ею руководил. Может быть, он держал девушку в заложниках, запрещая общаться с родными? Или она действительно ничего не помнила? А Диденко этим воспользовался, преследуя собственные цели. Честный детектив,
и ко мне обратился Тимошов Дмитрий Васильевич. А это кто? А это отец той самой девушки, которую вы насильно удерживаете. Если вы немедленно не отпустите Анну Сташкевич, я буду вынужден обратиться в милицию. Мне интересно, что с ней и почему она не сообщила ничего родным. Я этому козлу ее не отдам, так ему и передаю. Это вы о ком сейчас говорите? Про папашу, про ее, про кого? А что папаша? Что, что папаша? Он ее запугал, он до смерти чуть не убил. А еще я теперь и виноват в оконцовке. Так, 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 давайте-ка поподробнее. А какие здесь подробности? Вы где познакомились с Анной? Я ее в горах нашел. Переломанную всю. Она вообще ничего не помнила. Только твердила, что ее убить хотят, и все. Полгода в больнице пролежала. А как же вы ее, под каким именем в больницу ее оформили? Под своим, у нее паспорта при ней был. И диагноз какой? Что? Я говорю, врачи что говорят? А что они скажут? Не помнит она ничего, амнезия у нее. Вот и все, что они могут сказать? Ну, может быть, вспомнит что-нибудь там, при стрессе или там родственников увидит. Ну, а почему сразу в милицию не обратились? Да я хотел в милицию. А потом нашел у нее в рюкзаке там, дневник ее. Что за дневник? Где она писала там все про свою жизнь? Он при вас? В номере лежит. А не могли бы его принести? Да, без проблем. Сейчас. Я подожду здесь. Хорошо. Вань, давай за ним на всякий случай. Лен, а ты прямо сейчас отправляйся к Тимошову. Ну, скажи, что привезла вернуть тетрадочку. А сама постарайся установить у него видеокамеру. Ну и у подъезда подежурь. Может, правда, это Тимошов? Не так просто, как кажется. Давай, давай. Лена выполнила задание Лукина, вернула Тимошову тетрадь и установила в квартире отца Анны камеру видеонаблюдения. Спокойно. Это мой помощник Иван. Познакомьтесь. Очень приятно. Ну что здесь? П. Точно меня убьет. Он шизофреник. Он никогда не выпустит меня из-под своей власти. Интересно, а кто этот П? Да папаша ее, конечно. Ну кто же еще? Там видели, с маленькой буквы П написано. Алло, алло, Игорь Петрович, в общем, тут такая проблема. Тимошов обзванивал тут все гостиницы, узнавал, где она остановилась, узнал, и сейчас взял пистолет, и я так думаю, что он направляется к вам. Хорошо, Лен, спасибо. Скажите, а Анна сейчас в номере? Да. А вы не могли бы ее сюда привезти? Хорошо. Ваня, короче, сюда едет Тимошов. Так что встань-ка ты у выхода. Лукин шел на риск, но он заранее принял меры для того, чтобы обезопасить Анну. Детектив решил спровоцировать стрессовую ситуацию. Возможно, стресс вернул бы Анне память. Аня, скажите, а что, вы своего мужа совсем не помните? Да не помню я. Не помню. Скажите, кого мы здесь ждем? Сейчас узнаете. Ах ты мерзавец, а! Ты ее взял, да? Стой! Да подожди! Тихо, тихо, тихо! Допустите меня! Дмитрий Васильевич, что это вы такое задумали? Да я убью этого мерзавца! Я убью этого мерзавца! Да успокойтесь вы! Этот человек жизнь вашей дочери спас! Да. А почему? Почему он тогда ее домой не отпускал? Почему? Да потому что он думал, что вы ей можете навредить. Я? Аня! Анечка! Да успокойтесь Анечка. Вы! Да как... Успокойтесь, понимаете? Я... Она ничего не помнит. К детективу Лукину обратился Дмитрий Васильевич Тимошов. Он увидел на улице свою дочь Анну, которая, как он уверен, погибла в горах.
Лукин выяснил, что девушка приехала в город с неким Диденко и проживает в гостинице по документам погибшей Анны. Оказалось, что Диденко нашел Анну в горах и спас ее, но Анна потеряла память. Единственное, что она помнила, ее хотел убить кто-то из близких людей. Диденко уверен, что убийца – отец Анны. Однако выяснилось, что это не так. Кто же хотел убить Анну? Анечка. Аня. Анечка. Ой, я тут тебе... Да подожди ты, пусти! Здравствуйте. Здравствуй, Анечка. Я принес тебе вот эти... Твои любимые, ты их когда-то очень любила, я... На, возьми вот. Девочка моя. Девочка! Я чего-то не понял. Она его узнала или нет? Похоже, что нет. Но я своего страха перед ним она не испытывает. Может, папа поможет нам мужа ее найти? А вы не боитесь, что когда Анна увидит мужа, ей вернется не только память, но и чувство? Ведь, говорят, она его сильно любила. Извините, я устала. Я в номер пойду. Ключ мне дай. Анечка. Аня. Анечка. Аня. Аня. Анечка. Ну, спасибо вам за Анечку. Скажите, а где вы ее нашли? У какого поселка? Недалеко от своего поселка. Да? А вы можете мне показаться? По карте. Вот здесь. Точнее. Где? Вот здесь. Разве? Здесь? Ну да, здесь. Вот наш поселок. Подождите, подождите, подождите секундочку. А мы ведь ее вот тут искали. Нам еще Павел сказал, вот здесь именно. Значит, Севастьянов. 80-го года рождения. Угу. Значит, был Сташкевич, стал Севастьянов. Лихо, лихо. На следующий день Лукин позвонил отцу Анны и ее нынешнему другу, и они отправились в деревню Копылово, где проживал Павел Севастьянов, как думал Лукин, исчезнувший муж Анны. Игорь Петрович, ну, мне кажется, это не этот дом, а? Уж больно красивый, а? Я вас уверяю, это именно этот дом. Ну, ты посмотри, какая красота-то, а? В глуши живет Павлик-то наш, а? Ну что, Аня? Готова встретиться с мужем? А если я его не вспомню? Да вспомнишь. Не волнуйтесь, он-то вас наверняка вспомнит и узнает. Подождем. Подождем. Павлик! Ну что же, вы замерли, Павел. Идите, обнимите жену. Нет. Нет. Оттуда не возвращаются. Я вспомнил, это он меня толкнул. Ну что, дело закончено. Можно и в архив его отправлять. Никак не мог найти этого Сташкевича. И тут... Подумал, если пропал человек с фамилией Сташкевич, то вполне возможно, пропал не сам человек, а просто фамилия исчезла. Ну, просмотрел базу данных ЗАГСов и выяснил, что действительно, Сташкевич сменил фамилию на Севастьянов, взяв фамилию жены. Ну, а и как из этого можно было догадаться, что это именно он столкнул Аню? Да я этого и не знал. Но я также выяснил, что до Анны этот самый Сташкевич был женат на другой женщине, которая утонула, а была застрахована на очень крупную сумму денег. Так вот, вся страховку получил муж. От первой жены крупную сумму денег, от второй жены
квартиру в центре города. Согласись, что две погибшие жены, оставляющие такое неплохое наследство молодому вдовцу, наводят на размышления. Да, и еще ветхая избушка оказалась роскошным особняком. Вот-вот. А месяц назад он как раз женился на владелице этого роскошного особняка. И ты знаешь, где этот ловелас познакомился со своей будущей женой? Где? В клубе «Дельта планеризма». Дело Павла Сташкевича передано в суд. Ему грозит большой срок. Анна вышла замуж за Диденко. Дмитрий Васильевич Тимашов скоро станет дедушкой.